Мы создали экологический парк на территории Карагачевой рощи в 2018 году. Это проект, который реализуется совместно Американским университетом Центральной Азии, инновационным колледжем АУЦА, мэрией города Бишкек и Франко-Кыргызской ассоциацией экотуризма. Это проект исключительно социальный, экологический, научно-просветительский и полностью реализуется за счет средств доноров и за счет средств наших учебных заведений. Вот, мы ежегодно организуем две кампании по уборке мусора и по посадке деревьев весной и две такие кампании осенью, то есть итого 4 в год. Итого за 6 лет деятельности проекта мы высадили уже больше 4,5 тысяч деревьев. Это мой первый раз, когда я пришла, и чтобы посадить деревья. Это очень классно, мне это интересно и нравится. Мы уже посадили одно дерево, и это очень классно, потому что у меня первый раз такой опыт, и я делала это классно.